В связи с сокращением светового дня и осенними погодными условиями, в период со 2 по 8 октября госавтоинспекция примет дополнительные меры по профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе передвигающихся на средствах персональной мобильности, а также двухколесных транспортных средств. Сотрудники ГАИ доведут до населения правила безопасного поведения при участии в дорожном движении, особенно при пересечении пешеходных переходов. С учетом сезонного фактора напомнят о необходимости и правилах использования одежды, повышенной видимости и световозвращающих элементов. В течение недели будут проводиться рейдовые мероприятия и массированные отработки наиболее аварийно опасных участков дорог с привлечением к ответственности и нарушающих ПДД велосипедистов и пешеходов, водителей мототранспорта. Соблюдайте правила и будьте вежливы друг к другу.